Всем привет, дорогие друзья! Я поменял название канала, я теперь не Леон, я поменял название канала на Нитрокс. Ну и короче, сегодня в этом видео, помните, в прошлом видео мы сбегали из деревни номер 13. Так вот, вы спросите, где мои вещи? Я их продал. Ну, я продал все вещи, кроме яйца дракона. Купил лук и кучу стрел. Да, я согласен, я потерял все свои ресурсы. Но, ладно, пойдемте. Стоп, это дом? Или, мне кажется, издалека 3 дня шел? Это дом. Это дом, ребята. Это деревня. Церковь. Вот так круть. Блин, уже темнеет. Я думаю найти домик, в котором можно переночевать одну ночку. Или не спать всю ночь. Но я не знаю, кем мне устроить. Вау. Блин, я так есть хочу. Надеюсь, никто не заметит. То, что надо. 3 дня шел без воды и еды. Нет, хочу еще есть. Еще дайте. Морковка. Три дня шел без воды. Ну, отсюда, наверное, копить нельзя. Морковка. Какая вкусная морковка. И еще 5 штучек съем. Так, думаю, все, я наелся. Так, вот теперь надо найти домик переночевать. Так, тут как раз никого нет, так что можно тут переночевать. Ну, мне кажется, эта деревня мне не подходит. Эта кровать очень твердая, спина болит. Может найти другую. Ну, поживу первое время в этой, потом посмотрим. Или надо найти какой-нибудь дом. Или самим его построить. Я не знаю, конечно, но построить. Так, ребят, это самое логичное. Так. Грузись. Вот так. Так. Строительные блоки я возьму. Это вот это вот это, я думаю, вот это все. Этого, я думаю, мне будет достаточно, чтобы построить себе дом хотя бы какой-то. Так, дом я буду строить вот здесь. Так, у меня будет пол с булыжника. Идички бомбони. И ты лошадка. Вот так. Угу. Тихо.
Так. Мне надо подлиннее. Я все-таки хочу дом подлиннее. Вот так. И пол можно уже вот так делать. Ну и вот так вот как-нибудь построим дом. А, главное, чтобы на этот раз в этой деревне никакой нечисти не было. Потому что я хочу жить, чтобы никто ко мне меня не трогал. Я хочу спокойно, мирно жить. Так. Вот так. Вот так. Вот так будем делать тогда. Так, подождите. Как-нибудь. Вот так вот хочу. Да. Вот так вот сразу дверь поставим. Вот тут вот блок уберем, но вот тут такой дворик типа будет небольшой. Да. Это не дворик. Пофиг, вот так вот сделаем. Извините, что так долго не выпускал видео, я просто приболел слегка. Так, подожди, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Так. Вот так. Вот так. Ну, вот как-нибудь вот так. Я буду строить дом себе. Хоть какой-то. Так. Да. Потолок низкий. Какой-то, честно. Так что, я думаю, лучше вот так вот сделать. Так. Я не знаю, мы, похоже, всю серию будем только основу дома делать. Я обустроить его, значит, не успею, похоже. Но хоть что-то будет. Еще надо будет найти работу. Ну, работу, я думаю, найду. Это будет несложно, как в прошлый раз. А, ладно. Теперь обычное стекло лучше поставим. Так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так, так, так. Кстати, не забудьте подписаться на канал, поставить колокольчик, много-много лайков поставить. И написать много-много комментариев на это видео. Кому-то понравится, кому-то не понравится, но вы пишите. Если вам что-то не нравится, то я попытаюсь это исправить, честно.
Так. Я играю в ванильный Майнкрафт, что значит без модов, потому что... Ну, я ведь не на компьютере снимаю, к сожалению. Я снимаю с телефона. Вот так. Но я попытаюсь все исправить. Мне самому хочется с модами играть. Ну, ладно. Вот так вот. Булыжник поставим. Вот так. Вот так вот. Блин, когда я снимаю видео, я сам не пойму, как быстро время пролетает. Ну, так быстро время пролетает. Такое ощущение, что очень мало сделал, а уже 7 минут, допустим. Вот так вот. Так. Так. Сейчас отклоним на минутку. Я отвечу потом. Ребят, я быстро крышу дострою, ребят. Алло. 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 Так. Я фиг его знает, что это сейчас было. Какого фига мне кто-то сейчас позвонил, Миха? Вот так вот. Вот так вот. Ага. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Хоп-хоп. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчики. Не забудьте подписываться на меня в ВК. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.